20 марта в Гомельском горисполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. В Романовичах предлагается два лота. На обоих участках нужно построить и обслуживать одноквартирные жилые дома. Начальная стоимость одинаковая – чуть более 5 500 рублей. Для этих же целей и участок, который находится на улице Ясной, стартовая стоимость почти 6 200 рублей. На улице Могилевской расположен участок, на котором можно построить, например, торгово-развлекательный центр, объекты гостиничного назначения или общепит. Стартовая цена более 123 тысяч рублей. На Интендантской улице необходимо построить и эксплуатировать административно-хозяйственное здание. Начальная стоимость участка около 22 тысяч. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горисполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.